Раз. Всем привет. Давайте еще раз друг другу похлопаем. Дима Абрамов, организатор, мой старинный друг, и когда он сказал, что в 8:30 утра придет 200-300 человек, я подумал, что он сошел с ума. Я помню, что в последнем фильме Джармуша в такое время зомби еще спят, поэтому я не очень верю тому, что происходит, и сам еще сплю. Давайте, чтобы проснуться, вот так вот сделаем. И поскольку сейчас будет рок, вы можете по нарастающей сделать так за мной? Мы говорим букву А, все громче и громче. И тогда я поверю, что это реальность, что мне не... Я в такое время только спать ложусь. И, пожалуйста, все 20 рядов на 3 метра вперед сядьте. Все 20 рядов на 3 метра вперед сядьте. Поднимите стулья, попы и на 3 метра вперед сядьте. Ребята, это рок-н-ролл, это не лекция. На 3 метра вперед, пожалуйста, все. Я начинаю рассказывать. Быстрее садитесь, быстрее, пожалуйста. Те, кто сидит далеко, поскольку у нас будет атмосфера квартирника, я очень советую взять то, что у вас под попой, и тоже сесть поближе, иначе все это будет зря. Надо быть максимально близко ко мне, к сцене. Поднимайтесь и вот сюда, прямо как квартирник, все-все-все оттуда. Ребят, иначе мимо, иначе вы просто зря в это время пришли. Там абсолютно нефиг делать на этих ступеньках дурацких. На счет три поднялись и вот сюда, поближе. Вас Аль-Джазир скрытой камерой снимает, давайте быстрее. Все, прошу тишины, я начинаю лекцию. Ровно 25 лет назад, теплым сентябрьским утром, я, Артем Троицкий, великий русский критик Сергей Геннадьевич Гурьев и музыкальный критик Артем Липатов, который сейчас работает в издательском доме «Коммерсант» на «Коммерсант-ФМ». Меня хорошо слышно? Мы ехали тогда в дружественную Украину на фестиваль «Чернорада», ну, какой-то там рок-фестиваль, вчетвером в купе. И в Киеве только мы приехали, нас пригласили. Ребят, я здесь, давайте все слушаем и уважать друг друга. Нас пригласили, там под Киевом есть такое местечко Бровары. Просто, чтобы я понимал степень неадекватности того, что я рассказываю, поднимите, пожалуйста, руку, кто знает Бровары под Киевом. Ну, нормально. В общем, Бровары – это такое очень маленькое местечко под Киевом. И там в старой бане нам сказали, это наше новое украинское сокровище. Новое украинское сокровище называлось «Странный One of Down». За барабанами сидел чувак в очень дешевой водолазке ядовитого цвета. По-моему, он умел играть только один ритм, но очень клево. Басист 2 метра 5 сантиметров по кличке Салих и такой очень маленький худенький мальчик, про которого сказали, что его зовут Макет. И он был на разрушении Берлинской стены в 89 году, после чего у него крыша поехала. И вот сейчас они играют вот такую музыку. Все вокруг курили траву, и когда они начали играть, а играли они какой-то один и тот же аккорд, но играли очень круто, прямо рубашка заворачивалась. И я понял, что это какой-то вот 90-й год, какая-то другая реальность. А вечером они выступали хедлайнерами в Киеве на фестивале «Чернорада», там, где сейчас это, по-моему, называется Европейская площадь, раньше называлась, не помню как. И я понял, что вот все то, что мы делаем в Москве, там, 90 или 91-й год, там рок... что-то против чего-то, рок на баррикадах, что все это каменный век, и вот эти трое обдолбанных упырей, вот это вот есть революция, потому что они играли какую-то новую музыку, доселе неслышанную. То есть где-то немножко Айштутсен Найбаутен, немножко Sonic Youth, и это было дико круто, и вот все вот эти мужики,
журналисты, которые со мной ехали, вот они стояли, у них так прямо слюна свисала, они даже дар речи потеряли. Вот, и я понимал, что вот перед нами Киев, Чернорада, Иванов-Даун, и вот перед нами революция. Я не знаю, что будет в следующий час, потому что, ну, организаторы наивно подумали, что это будет лекция. Я вам клянусь, что это будет не лекция. И жанр лекции будет разрушен самым непристойным, самым неподобающим образом. Это не лекция, будет о революциях. Приветствуйте, Саша Фрид! Это Питер Ганн была, а группа называется «Саша Фрид». У них там третий или четвертый концерт в жизни. Я думал, обосрутся, не обосрались. Давайте им похлопаем. Ну что, гараж, вы готовы? Я, наверное, начну с того, что объясню, почему, собственно, вот здесь сейчас звучала песня на английском. Девочки, девушки, она про себя говорит, раньше говорила, что вот эта кнопка, которая пела, она раньше про себя говорила, что она большая черная женщина, сейчас, что в ней живет большая черная женщина. Сейчас мы решили перепозиционировать, что в ней живет большая белая женщина. Может, сегодня еще получится увидеть, может, не получится, потому что правил нет и формата. Русский рок, мы сегодня будем говорить про русский рок. Я спросил у организаторов, а про что была предыдущая лекция? Они говорят, про роботов. Я говорю, то есть тут люди ходят и на роботов, и на русский рок. Они что, с ума сошли, что ли? В общем, поэтому поймите меня, я ничего не понимаю, что тут происходит. Я не кокетничаю. Значит, в русском роке роботов не было. Сразу хочу заявить. Русский рок начинался с того, что... Ну, я вам картинку такую расскажу. На площади Нагина была самая удобная станция для стрелок, потому что одна толпа, перепутав место, стояла на одной платформе, это я про русский рок, а вторая толпа, ничего не перепутав, стояла на другой платформе, в центре зала. Никто друг друга не знал, у всех были волосы до жопы, вот, и все курили даже в метро.
Значит, и менты ходили, понимали, что какая-то фигня происходит, но ничего сделать не могли, потому что ничего не нарушили, ну, кроме тех, кто курил. Ну, тогда к этому попроще относились. Вот, и все так, такое напряжение нарастает, такая точка силы, центр площади Нагина, и стоит там 10 человек, 20, 30, 40, собиралось по 100 человек. Вдруг происходит что-то такое неуловимое, кто-то откуда-то с конца платформы сделал такой жест. И 100 человек хоба так по свистку на этот жест, и точно так же 100 человек на другой платформе. Так люди оказывались на концерте. Никакого Фейсбука не надо было, никакой ВКонтакте не надо было, никакого Инстаграма не надо было. Площадь Нагина, щелчок, и все куда-то валят. Вот группы на этих концертах, значит, смотрите, тут в основном девушки. Девушек в русском роке не было как класса. Не было их на сцене и не было их среди зрителей. Это такая была мужская забава. И группы пели на английском языке. Я говорю про конец 60-х, 70-х годы. В основном на английском. В Москве это было удачное приобретение. В Питере вообще практически вся сцена пела на английском. Melody Maker такая группа была в Прибалтике. В общем, все пели на английском. Пели, как сейчас Саша Фрид, но какие-то кавера. То есть такой был топ Beatles, Deep Purple, Shocking Blue, Rolling Stones и так далее. И поскольку лекция о революциях, то первая революция произошла после того, когда два хрупких питерских парня, один Майк Науменко, второй Борис Гребенщиков, стали писать тексты на русском. В Москве, если вы думаете, что Макаревич всегда был такой, как вы его видели, это не так. Он был худенький красавец с такой химией на голове, кайфовой, тоже длинные волосы. И группа «Машины времени», я думаю, что не все знают, вообще-то она называлась «Time Machine» и пела, естественно, на английском. И вот первое, представляете, вот эта «Машина времени», которую вы знаете, может, любите, вот они пели на английском. И где-то на стыке 70-е, 80-е вдруг появились русские тексты. Один из первых текстов группы «Аквариум» назывался «Ребята ловят свой кайф». И молодой Троицкий написал потом в каких-то машинописных журналах, что как будто у меня был оргазм, как будто у меня была эрекция, когда я услышал текст на русском языке. То есть это была реально вот такая вот первая революция. Считалось, что русский язык – это богом проклятый язык с огромным количеством шипящих, свистящих, с длинными словами. И вообще, ну, невозможно, петь рок на русском невозможно. Если бы какого-то человека тогда привезли на фестиваль нашествия, он бы там скончался просто. Вот, потому, ну, много от чего бы он скончался. Соответственно, я попробую успеть рассказать примерно про 5-6 революций. Вот эта первая революция, может быть, она была самая главная. Появился зоопарк, группа Майка Науменко с песнями на русском, значит, где таким главным хитом была песня «Ты дрянь», которая спит с моим басистом, играет в бридж с моей женой. Группа «Аквариум», про нее чуть-чуть позже, группа «Кино». Молодой Цой, молодой Леша Рыбин, они вообще начинали с панка и играли у «Свиньи», про которого я сегодня буду говорить. Это первый питерский панк в группе «Палата номер 6». И на басу в «Палате номер 6» играл такой худенький кореец. Вот сегодня у него, кстати, день рождения. Давайте похлопаем. В Москве, соответственно, первые группы, которые пели на русском «Машина времени», «Воскресенье», было еще куча групп, которые вам знать не надо, но некоторые из них, типа «Оловянные солдатики», «Рубиновая атака», были чудо как хороши, но даже если вы захотите их узнать, у вас мало что получится, потому что проблема и беда, не осталось записей. Не осталось документов эпохи. Про видео мы даже не говорим, вообще не осталось. Вот этот рок на английском, он не документировался, он не фиксировался, и он не записывался. Поэтому, ну, мы тут попробовали воссоздать, там, вы обратили внимание, была блестящая духовая секция, басист, клавишник, барабанщик Саша Фрид.
попробовали примерно показать, как это было. Еще в рамках вот этой первой революции была квазиреволюция, такая небольшая микрореволюция, первые русские панки и первые панк-тексты. Значит, сейчас будет немножко ненормативной лексики, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Вот. И был совершенно изумительный период в творчестве раннего «Аквариума», когда они играли панк и пели песню «Немое кино», второе название песни «Фома», где, ну, они ее пели в основном на квартирниках, на альбомах не записывали, где все хором очень любили подпевать строчки «Все рокеры в жопе, джазмены в пизде». Это был такой гимн «Аквариума», вот, и «Аквариум» очень любили. Помимо этого, ну, вот это тот «Аквариум», который, возможно, вы не очень знаете, если я кого-то обидел, извините, у них еще была песня «В поле ягода навсегда». Они стебались над тем, как берут «Strawberry Fields Forever» битловскую и переводят дословно «В поле ягода навсегда». Была песня «Ребята ловят свой кайф». И я очень люблю, они на фестивале в Тбилиси, где их там с позором выгнали. Еще, чтобы вы понимали, какие времена, времена были такие. Фестиваль в Тбилиси, первый советский рок-фестиваль. 80-й год. То есть рок разрешили только потому, что Олимпиада. И Олимпиада в Москве. Ну, типа, у нас, как у всех. И, но Грузия, она по сей день, по-моему, остается самая прогрессивная из непрогрессивных республик. И «Аквариум», выйдя на сцену, ну, то есть это такой махровый Советский Союз. Что такое махровый Советский Союз? Это 20-метровые портреты с Брежневым и очереди за колбасой, это если коротко. Вот. И тут выходит «Аквариум», значит, начинает Сева Гакель на виолончели, там что-то, ну как сказать помягче, совершать половое совокупление с виолончелью, значит, на него сверху падает Гребенщиков, и они поют песню «Марина», где есть такие слова в оригинале, что она вышла замуж за Фина. То есть, ну, советская Марина не могла выйти замуж за Фина ни при каких условиях. Вообще, просто по определению. Она еще не успела родиться, она могла быть кем угодно, но выйти замуж за Фина она не могла. Вот. Поэтому они подумали, что это страшный стрём, и вместо слова «Фина» спели слово «Ина», Брайан Ина, продюсер. Вышла замуж за Ина. Чтобы вы понимали, как хорошо жить без интернета, жюри вместо «Ина» послышалось «Сына». Значит, получалось, что «Аквариум» поет «Вышла замуж за сына», значит, и какой-то там инцест или непонятно что, и жюри в полном составе покинуло фестиваль, а «Аквариум» был изгнан из комсомола, с репетиционной точки и отовсюду вообще. Поэтому неудивительно, что «Аквариум», который начал исполнять панк, в песне «Марина», они пели «Марина мне сказала», что Марина мне сказала, что она, что ей надоело, она охуела. Это была группа «Аквариум». Ваши аплодисменты. Еще круче, чем «Аквариум», поддерживали в Питере панки. Это тоже была революция. Группа с названием, я уверен, вам понравится, «Автоматические удовлетворители». Значит, «Автоматические удовлетворители», у них был лидером, вот этот самый лидер палаты номер 6, где Цой играл на басу, по кличке Свинья. Чтобы вы понимали, насколько он свинья, его мама была балетмейстер, а отец хореограф, который эмигрировал в США. Вот. Но при этом он выглядел как натуральный бандит. Вот. И они, наверное, пели самые-самые стрёмные тексты про баночку черной икры, которую я нашел на помойке. Вот. И каждый мог думать про эту черную икру все что угодно. В Москве их квартирники пользовались большим успехом. И поскольку мы к текстам больше не вернемся, я бы в двух словах хотел, наверное, выделить. Вот, ну, ура-ура, где-то 80-81 год русский рок стал петь по-русски. Но к чему это привело, вы все видите. Наверное, я вот еще думал, но я решил уж раз такое драконовское время лекции. Не буду спать, подготовлюсь, я первый раз в жизни к лекции. И начал готовиться. О чем жалею?
потому что все-таки лучше импровизом. Вот. Но иногда учение свет, и я подумал, что вот если вот так, ну, в антисанитарных условиях пугали грозой, молнией, громом, градом, снегом, ну вот если все-таки мы сейчас, я так понимаю, что это музей современного искусства, да? Вот современного искусства в том, что будет происходить в ближайший час, не будет, это я вам обещаю, 100%. Но тем не менее, мы говорим про русский рок, русский рок-н-ролл, русскую поэзию. Наверное, я бы взял две крайности. Это Башлычев и Мамонов. Один зимой 88 года сиганул с 8 этажа из окна. Это было первое самоубийство. Второй живет в деревне. Ну и слава Богу. И буквально две цитаты, вот чем эта революция закончилась. Башлычев: «Уберите медные трубы, натяните струны стальные, а не то сломайте зубы, а широты наши смурные». После самоубийства Башлычева я через несколько недель поехал на его могилу, и знаете, сейчас с другом разговаривал, такая вот, ну я не очень в мистику верю, такая странная вещь, то есть ты подходишь, это пост Ковалева, подходишь к могиле, еще памятника не было, колокольчики висели, и ты вдруг очень ясно начинаешь вспоминать все тексты Башлычева, которые ты когда-либо читал или слышал, но и это объяснить с точки зрения логики вообще невозможно, вот ты просто начинаешь вспоминать все тексты, и ну так, немножко страшно. У Мамонова все повеселее, но, во-первых, слава Богу, что жив. Петр Николаевич, отец родной, мы тебе привет передаем, и мы тебя сейчас хлопаем в деревне. Петр Николаевич. Я у него люблю вот этот текст про пищеварение. Я ем на помойках, я пью из луж, дождь меня мочит, дождь мне как душ, и солнце. Я самый плохой, я хуже тебя, я самый ненужный, я гадость, я дрянь, зато я умею летать. Это звук ему. Вот такой вот родился ребенок, что выросло, то выросло. И прежде чем перейти ко второй революции, мне немножко жалко, что вы не застали эпоху, когда интернет, роль интернета выполняли магнитофонные альбомы. Возможно, у бабушек, у дедушек остались на дачах катушечные магнитофоны, кассетные магнитофоны. И как называли эти чуваки в Кремле, всегда были чуваки, да, во все времена. И эти чуваки в Кремле называли это духовный спид. То есть там, в принципе, талантливые пиарщики были, идеологи, они таких слов не знали, пиар. То есть духовный спид – это магнитофонные пленки, которые с аквариумом, с машиной времени, с зоопарком, с кино, «Облачный край», я могу назвать штук 200 групп, переписывались от брата к брату, от сестры к сестре. И, ну, как бы это вот был интернет того времени. И мне посчастливилось принять участие в другом интернете. Это субкультура подпольных рок-журналов, которые вначале были машинописные. У кого-то дома остались пишущие машинки? Нет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Спасибо. Вот. Пишущая машинка, те, кто остались, знают, она в себя включает 5 копий, уже 5-я копия читается при большом нервном напряжении. И тем не менее, умничка Гребенщиков, он в Питере сделал вместе с битломаном Колей Васиным один из первых русских рок-журналов «Рокси». А этот «Рокси» с 1978 года выходил порядка 15 лет. Тираж небольшой был, 10-20 экземпляров, за ними стояла очередь. И, допустим, подруга шла к другу в 2 часа ночи, не для того, чтобы 8:30 успеть на лекцию, а для того, чтобы «Рокси» почитать. И в этом, конечно, кайф был дикий. В Москве при МИФИ первый журнал назывался «Зеркало», потом «Ухо», потом «Урлайт». Немножко про это поговорим. И ряд журналов, они про русский рок на русском языке, они размножались фотоспособом. Я не простил бы себе, если бы не рассказал вам про фотоспособ. Я не знаю, как сейчас в магазинах, раньше молоко продавалось не только в бутылках, но и в таких пакетиках из-под молока. Еще за ними надо было очередь выстоять. Вот после того, как пакет оставался пустой,
делали следующее. Брали этот Рокси в пленке 36 кадров. Некоторые журналы делали специально 36 страниц. Кадр-страница. И потом эти кадры печатались, и 36 таких маленьких листиков клались в пакеты из-под молока. И так журналы, это вам не GQ, не Rolling Stone, пакеты из-под молока дарились друзьям или давались почитать. На самом деле было очень круто. Ну, я не то чтобы далек от мысли, что солнце раньше ярче светило, но было круто. 84-й год, наши правители начали дохнуть как мухи. Там вначале Брежнев, потом, по-моему, Черненко, потом Андропов или наоборот. И параллельно, ну как у Орвелла, 84-й год, началась атака на рок-музыку. Ну, наверное, многие знают, что музыканты группы «Воскресенье» сидели в тюрьме. Жанна Агузарова таскали на допросы. Был слово такое «винт». Слово «винт» тогда значило не то, что сейчас. А свинтить концерт, это значит, подъехали менты и концерт закрыли. Зрители музыкантов забрали в тюрьму. В общем, был такой довольно страшный черный 84-й год. Были по райкомам комсомолов запретительные списки групп. Например, допустим, группа, ну какая, не знаю, из Питера, «Странные игры», запрещалась за пропаганду секса и насилия. Там группа «Абба», там за воспевание буржуазных жизненных ценностей. То есть эти группы нельзя было играть на дискотеках нигде. И озверевший андеграунд ответил тем, что все ушли в глухое подполье, и 84-85 год – это пик магнитофонной культуры, когда просто группы записывали свои самые яркие, самые талантливые альбомы. Но не я, еще Кит Ричард из Rolling Stone заметил, что художник, у него появляются крылья, когда у него самые сложные, самые тяжелые моменты в жизни. Часто он в эти моменты создает шедевры. То есть я не готов говорить, что художник должен быть голодным, это бред, но голод он иногда спонсирует, беглость мысли. Революция номер два, я бы сказал, что это 86-87 год. И конкретно сентябрь 87 года фестиваль в Подольске. Фестиваль в Подольске часто называют советским Вудстоком, потому что там собралось 25 лучших рок-групп, почти все. Это получается 87-й, сейчас 15-й, ну где-то 26-27 лет назад на улицах очень часто можно было встретить такие стенды, на которых под стеклом находились газеты. Газета «Правда», газета «Труд», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец». Вот. И я совсем маленький еще, короче, херовине, не знаю, как сказать, в «Московском комсомольце» прочитал, что на станции метро Ленина, это сейчас, по-моему, Царицына, не уверен, будут продаваться билеты на рок-фестиваль в Подольске. Значит, и я, высунув язык, поехал на станцию метро Ленина. Ребята, то, что я там увидел, это может быть самый кайфовый момент в моей жизни. И никакой Джармуш там рядом не лежал, потому что стоял очень маленький автобусик. Вот представьте себе в вашем понимании микроавтобус, ну совсем микро, только при этом он советский. Вот, значит, и из него продают билеты на фестиваль в Подольске. Значит, очередь к этому автобусу описать я не могу, мне Бог не дал таланта, но это много кругов, таких очень много кругов, и все стоят к этому автобусу. Вот, и пятница, суббота, воскресенье, пятница 7 вечера, суббота, воскресенье в 14 часов и в 19. Так как я сказал, что к лекции готовился, я подумал, что пользоваться ноутбуком влом, поэтому я по старинке. Ну, можно было бы, конечно, пойти по центру, но я сегодня буду без дешевых трюков. Вот, в общем, вот фестиваль в Подольске. И
Я могу судить по себе, но вот он реально изменил мою жизнь, потому что жить по-старому было невозможно. После первого концерта, ну, будем считать, что Подольск, 42 километра от Москвы, условная Москва. Первый концерт Наутилус Помпилиуса, когда группа одета в формы врангелевских унтер-офицеров, высокие военные сапоги, как поприличнее сказать, ну, короче, по самые яйца. Вот. Награды царской армии, очень сильные стрелки, очень сильный мейкап. Бутусов мне потом говорил, что они очень любили слушать группу Adam and the Ants, и весь макияж, они слезали с их фотографий. Представляете, какие это были фотографии, черно-белые, ужасного качества. Вот. И они выходят, полгруппы становятся спиной. Значит, в Подольске это Зеленый театр, это как открытый кинотеатр. Вот здесь Пионер, только очень плохой Пионер, старый Пионер, умерший Пионер. Вот. И там 3500 зрителей помещается. Вот все забито битком. За забором подольские гопники, то есть которые ждут того, чтобы вас убить, желательно поскорее. Вот. Ну, и желательно без следов. Менты с овчарками. То есть, вы знаете, это было очень круто. И Наутилус затянул песню «Разлука». «Разлука, ты разлука, родная сторона», которую в то время, после войны, пели инвалиды в электричках. Они тогда не продавали скоропортящиеся продукты и дешевые товары за 10 рублей. Они ходили с баянами, аккордеонами, пели песню «Разлука». И Подольский Зеленый театр накрыло облако такого тихого-тихого уральского ужаса. И вы знаете, это очень бьет по мозгам, и когда спустя 3 или 4 песни Наутилус стал петь «Круговая порука мажет, как копоть, я беру чью-то руку, чувствую локоть». Я двоечник, я забыл сказать, что, конечно же, первые русские рок-тексты – это Гребенщиков, Майк Науменко, Цой в Москве, Макаревич и другие в Питере, и в Свердловске, конечно же, покойный Илья Кормильцев. Вот этот вот пик Кормильцева, текст альбома «Разлука», обрушились на сонный Подольск. И когда они стали петь «Наутилус, скованный одной цепью», я вам очень советую, я не случайно показал эту штуку с Подольском. Мои друзья безумные, это лейбл «Геометрия», они спустя 25 лет это все отреставрировали и переиздали. И это можно купить как в Luxury Edition, так и в недорогом. И, ну, если каким-то боком вам все-таки интересна не только лекция о роботах, а вот то, о чем мы сейчас говорим, существуют остатки недобитых пластиночных магазинов. Это и магазин «Дом культуры» рядом с Триумфальной аркой, и «Трансильвания», и еще несколько магазинов. Там, возможно, все это продается. Когда мои друзья, молодые хипстеры, увидели Подольский рок-фестиваль на Ютьюбе, они просто офигели, сказали, что это дико современно, и полюбили вот тот старый русский рок с нечеловеческой силой. Один из концертов в Подольске. Почему это была революция? Потому что рок вылез из подвалов, и чтобы было понятно, что такое 87-й год, в «Комсомольской правде» выходит статья «Чтиво из подворотни» о том, как, какой рок-самиздат вредный. В газете «Смена» питерской, тогда в центральной газете, выходит статья Алисы с косой челкой о том, что Гинчев фашист. То есть обстановка была такая очень еще нервная, и перестройка ни разу не победила. И тут вот такое чудо, такой оазис, Подольский фестиваль. И на дневном концерте, один из дневных концертов открывала группа из Новосибирска, ее никто не знал, назывался «На Калинов мост». И, ну, конечно, было жалко группы, которые выступали после них, потому что «Калинов мост» там раздавил всех в этом дневном концерте. И в конце выступления Дима Ревякин, который в тот момент был очень похож на юного Моррисона в такой голубой косоворотке, он таким жестом отправил музыкантов со сцены, остался один, взял в руки гитару и спел песню, которая мою жизнь так точно изменила, хотя это не Мамонов и не Башлачев. В песне был такой припев:
«Эх, блядь, занесли кони вороные». И поскольку припев, как вы понимаете, имеет свойство повторяться, когда я первый раз его услышал, я подумал, что что-то там у меня какой-то отходняк, какой-то cold turkey, потому что ну, не могут со сцены спеть слово «блядь». Но такого быть не может, это 87-й год, что просто у меня глюки. Но когда он второй раз спел припев, в общем, это было, конечно, такой акт, ну, такая нормальная рок-н-ролльная провокация, и «Калинов мост» лишили там звания каких-то победителей, лауреатов, неважно, но это было дико круто. И я подумал, а чё я сижу с этой стороны сцены? Мне там надо быть, с той стороны. Ну вот с этого все и началось. Не знаю, хорошо или нет, до сих пор не знаю. Вот. И после Подольского фестиваля, фестивали начали проходить в Питере, Москве, Киеве, Екатеринбурге. Как грибы после дождя образовывались рок-клубы, и рок вылез из подполья. И вы знаете, вот этот такой чистый период, он просуществовал недолго, буквально года полтора-два, потому что выходила группа, и она собирала 2, 3, 5, 10 тысяч человек. Но как бы это было внове, и многие шли на запретный плод. Запретный плод сладок, как известно. А потом точно так же мы, критики, рок-журналисты, удивились, что те же люди, пойдя в пятницу на «Алису» и «ДДТ», в субботу ходили в том же составе на концерт «Мираж. Ласковый май». И это было непонятно и неприятно. И те, и другие пели под фонограмму, при том говорили, что поют живьем. Но это единственное, что они делали живьем. Говорили о том, что поют живьем. И, но, тем не менее, потихонечку, помаленечку, там русский рок становился стадионным явлением. Если у вас получится, если по тегам вы умеете искать всякие редкие записи, я бы очень вам рекомендовал найти, целиком не существует, существует с фрагментами, концерт в Лужниках, осень 88 года. Это концерт памяти Саши Башлачева. Концерт, который, опять-таки, свинтили, несмотря на то, что уже была перестройка. Там был прекрасный Юрий Наумов, там был тогда в меру панковский Чайф, был Шевчук, очень сильно, не поверите, выступил член телеконкурса «Голос» Александр Градский. И были дико мощные выступления еще ряда групп, и особенно классно начало выступать кино, но их свинтили. В общем, какие-то куски, они существуют на видео. Мемориал памяти Башлачева, Лужники, 88 год. Мы я тут взял какие-то картиночки, но что-то я забыл показать, поэтому сейчас такая небольшая работа над ошибками. Когда мы говорили, что с 80-81 года рок начал звучать, рок-н-ролл на русском языке, существует маленьким тиражом пластиночка, я постараюсь вам показать, я думаю, что вряд ли она у кого-то есть. Это концерт Майка Науменко и «Аквариума» в Москве в 80-м году. Она выглядит вот так. Ну, как мог. 25 октября 80-го года, называется «Аквариум» и «Майк». 25 октября 80-го года, Москва. Вот, и... Может, первые ряды увидят, тут очень смешная обратная сторона. Пародия на пластинку «Beatles Abbey Road», только участники русского «Beatles» тащат водопроводную трубу. Вот. И это очень, эта фотография малоизвестна. И слушайте, концерт очень крутой. Вот здесь написано, как это было. Очень хочется прочитать, как это было, но у нас очень лимитировано. Ну вот для меня вот это русский рок хороший.
Следующая революция. 91-92 год. Рушится СССР. Как бы некоторые из вас уже даже вполне себе родились. Некоторые купались в яйцах, но это не важно. Вот. И в этот момент страна попадает в какое-то безвремение, страна без гимна. То есть наши спортсмены выигрывали что-то, стояли и не знали, какой гимн играть. То ли старый, а нового еще не было. Страна без идеологии, страна без денег. И в этот момент, вот как раз я начал с этого лекцию про бровары, про старую баню, про траву, про Иванов Даун. Появилось много групп, которые по большому счету забили на тексты и начали делать либо то, что сейчас называется гараж, привет, гараж, либо то, что сейчас называется альтернатива, либо декаданс. У группы Иванов Даун, а можно кого-нибудь из организаторов мне в помощь, любую девочку, Лена, или мальчика? Помощь такая. Я, значит, сделаю сейчас смертельный номер. Я хочу, чтобы каждый подержал в руках обложку Иванов Даун и пущу по рядам. Только верните мне, потому что она мне дорога как память и так далее. Но вы не просто так подержите, а посмотрите буклет, что там, и вы еще поймете, что в 91-м году. Да, просто следи за ее судьбой. За моей не надо, тут все ясно, да. Ребят, но на каждого есть по 15 секунд, поэтому быстро надо. Окей. Вот. И появились такие тексты. Например, один из хитов группы Иванов. Значит, про какие группы я говорю? В первую очередь я говорю про клуб Севы Гакеля «Там-там». Мои друзья и приятели Илья Зинин и Шура Горбачев написали книгу. Недавно она вышла. «Бьет все рекорды по продажам песни в пустоту». Там есть про «Там-там». И это такие группы, как «Химера», «Никогда не верь хиппи», «Югенштиль», «Монумент страха», куча еще других групп, которые играли разную альтернативу, гараж, шумовую музыку. И похожие группы были в Харькове. Если кто-то там не ленится и записывает, я очень рекомендую вообще такое набрать в интернете, в поисковиках. Харьковская новая сцена, это название новая сцена. Там были три гениальные группы: Казма-Казма, Чужой и Эльза. Эльза не путать с Океаном Эльзы, потому что Эльза действительно великая группа была. И я счастлив, что был причастен к тому, что все эти группы. Еще была Ижевская шумовая сцена. Названия говорят сами за себя. Самая любимая моя группа называлась и называется «Стук бамбука в 11 часов». Нереально крутые. И тексты были следующие. Один из хитов «Иванов Даун». Ребят, быстрее надо, не успеют посмотреть. Один из хитов «Иванов Даун», значит, там текст был такой «Си-да-ла-ла-ла», и «Си-да-ла-ла-ла» слово повторялось до конца песни. Всем очень нравилось. Я много раз привозил в Москву киевское трио «Безумных космонавтов». Называлась работа «Хо», сейчас лидер в Нью-Йорке. Значит, у них один из концертных боевиков была песня «Лес», там были такие слова, прошу внимания, «Синие крысы на крыше, танцы хвостами вперед, выше стволы мои выше, крыша над лесом плывет». Это считался большой текст. У Иванов Даун была одна песня, где они пели на русском языке, больше не пели. Значит, я такой текст наизусть никогда не выучу, поэтому по шпаргалке. Значит, Иванов Даун, 91-й год. «Никогда, никогда, никогда не смотри мне в глаза, никогда, никогда, никогда не сверли меня взглядом, никогда, никогда, никогда не смотри мне в глаза, никогда, никогда, никогда не сверли меня больше, чем надо». Иванов Даун. В Москве их принимали на ура, и это была какая-то вторая реальность, потому что первой реальности вокруг не было. В общем, 91-92 год на смену рок-мейнстриму приходит гараж, альтернатива, декаданс. И настоящий рок-н-ролл опять вернулся со стадионов, подвалы и клубы.
Следующая рок-революция, 96-й формально началась, реально 97-98-й, в которой посчастливилось принять самое активное участие. Это формально «Мумитроль» и «Земфира», а неформально это появление жесткого формата FM-радиостанций и появление русского MTV. Несмотря на то, что у нас жопа со временем, хочу задать вопрос. Кто знает, с какой композиции русское MTV начало трансляцию на территории России? Но приятно с подготовленной публикой. Да, действительно, «Владивосток 2000», а потом уже пошла композиция «Depeche Mode». И Лагутенко, и Земфира властвовали над умами. Но просто, чтобы поржать, я принес две вещи показать. Значит, одна... Кассета, возьми просто там, иди. Одна, значит, знакомый альбом, я вначале заднюю покажу обложку. Ну, видели все этот альбом, да. А вот переднюю обложку вы такую не видели. Ага. Это был раритетный тираж, то есть, когда альбом продавался настолько хорошо, а мы были настолько бедны, что была шутка внутри группы, что раньше у нас были обои на съемной квартире в Москве, а теперь появились деньги стульчик купить. Это раритет. И сейчас все начнут улыбаться. Я знаю несколько магазинов, где она продается. Она у меня просто стоит на кухне между сахарницей и солянкой, как артефакт. Тут, собственно, рассказывать нечего, кроме того, что на записи этой кассетки, значит, 2 миллиона тираж у ростовских пиратов и 3 миллиона официально. 5 миллионов. Музыканты категорически отказывались записывать в Аляска студия в Лондоне песню «Утекай» со словами, что это шняга, это вообще какая-то дворовая подзаборная песня, мы ее писать не будем. В общем, с боями удалось записать. Но понятно, что про эту кассету я могу рассказывать недели две. Ну, времени нет. Что было плохо? Было плохо то, что, с одной стороны, рок получил радиорепродуктор, громкоговоритель. По-украински это гучномовец, громкоговоритель. С другой стороны, окей, там, допустим, «Тролли», «Земфира», чуть позже там «Би-2», «Танцы минус», «Маша Макарова», «Борзов», мультфильмы, они прорвались на радио, но очень многие герои и художники на радио не прорвались. И получалось таким образом. Если вы помните, в фильме «Бёрдман» есть такие слова, что «Папа, ты есть в Фейсбуке?» «Нет, меня нет в Фейсбуке». «Ну, папа, если тебя нет в Фейсбуке, значит, тебя нет вообще». То же самое. Ну, кто «Бёрдман» не смотрел, все-таки надо посмотреть, а не на лекции ходить в 8:30 утра. Значит, я честно не понимаю. Вот. И понимаете, получалось таким образом, что музыкант, просыпаясь утром, чесал свою лохматую похмельную голову и думал, так, как бы мне, блин, записать песню в формате «Радио Максимум» или в формате нашего радио. То есть все, и это все убивало. И выяснилось, что FM и MTV – это не только благо, это вред. И очень многие сошли с дистанции, тоже можно неделю рассказывать, такая грустная тема, увы. Особенно после того, как русская медиагруппа купила «Радио Максимум» и чем это все закончилось. Последняя революция, про которую я вам расскажу, она вам наиболее близка, и вы ее застали. Это пропагандируемый моими друзьями журнала «Афиша», на пикнике «Афиша», в «Роллинг Стоун», в журнале, в «Билборде», когда он выходил на портале Open Space, потом «Кольта.ру». Ну, как бы идеология нового хипстерства. Мне буквально вчера или позавчера на Кольте понравился фрагмент статьи.
Там четыре предложения я вам прочитаю. О чем мы сейчас... Вообще, как бы, я допускаю, что идеология хипстерства в русском роке, она возникла из двух песен. Она возникла из песни «Крип» малоизвестной группы Radiohead и песни «Лузер» американского артиста по кличке Бэк. Вот. И, ну, вот такие вот... Вот, как бы вот это стало новым героем, а героев стало меньше. Я очень сочувствую главным редакторам глянцевых журналов, когда им надо поставить на обложку, если это не фэшн-журналы, какого-то героя. Вот я думаю, где они этих героев берут, потому что героев-то, собственно, в последнее время стало совсем мало. И цитата такая: «В современном русском роке бросается в глаза...» Я вас буквально еще 5-10 минут помучу. «В современном русском роке бросается в глаза полная отрешенность и пофигизм. С одной стороны, и чувство скепсиса, и нежелание потворствовать какой-либо из политических и социальных сил, с другой стороны. При этом встречается стремление маргинализироваться, примкнуть к максимально узкой субкультуре и чувствовать себя в ней комфортно и уютно. Пусть даже этот мир будет выдуманным». И получается, что вот эта героическая эпоха, когда любой кривой гитарный аккорд воспринимался как голос великой свободы, это гениальная фраза Сережи Гурьева из журнала «Контркультура», она канула в прошлое, и новых героев нет. Мы с 90-го года делаем фестиваль молодой группы «Индюшата», и последние герои, вот лично для меня, я нашел их там, покажу. Одни герои оформили себя вот так. Это вручную, ручная вязь. Это группа Кералау из Великого Новгорода, которые начинали петь на английском, но сейчас, слава богу, поют на русском. И совершенно гениальная группа из Сибири, из Томска. Я думаю, ее тут многие знают. Специально не говорю название. Увидите, повезло, не увидите, ну, значит, так и будет. Вот, это реально крутые. Закончить, тут в конце еще будет сюрприз. Закончить я хочу на такой странной вещи. Подпольный журнал «Орлайт» однажды сделал, где мои друзья работали, писали о роке. Сделал такой эксперимент. Значит, в каждое десятилетие была своя певица Валерия и своя певица Кристина Орбакайте. В 80-х годах такую певицу звали Катя Семенова. Была такая Катя Семенова. Она пела... Сейчас, что же она пела-то? Она пела, у нее было два хита. Один «Подруги замужем давно». Ну, достаточно, не хочу портить. Вот. И решили в недрах наглухо андеграундного журнала взять у Кати Семеновой интервью. Но это был такой поиски новых форм. Притом на редколлегии стояла страшная вонь, там, да вы чё, у Кати Семеновой брать интервью, вы чё, охренели все. Но ход оказался правильный. Ну и такая расслабленная Катя дает интервью, а журналист, который у нее брал интервью, большая умничка. И он в какой-то момент говорит: «Катя, а вы пробовали сами писать песни?» Так, интервью уже подходит к концу. Кто из вас умеет хорошо брать интервью, знает, что все тяжелые вопросы в конце. Вот, типа: «Катя, вы пробовали писать песни?» Это мы с вами говорим о русских революциях в роке, и мне кажется это важным. И Катя неожиданно говорит: «Да, ну, тоненьким голосом, да, я пробовала писать песни дома под пианино. Ну и что вы с этим песнями делаете? Я пою их для близких, для родных, для родственников пою свои песни», говорит телезвезда. И журналист, который умнее Кати раз в 200, по самым скромным подсчетам, он говорит: «Катя, а почему вы не пробовали свои песни исполнить на публике?» И Катя ему гениально ответила: «Я считаю, что сцена – это профессиональная, и на профессиональной сцене надо исполнять песни профессиональных авторов и профессиональных композиторов. А личное, оно для себя, оно свое». И интервью заканчивалось, это был конец интервью, и интервью заканчивалось фразой, за которую надо ставить памятник.
Вот это, наверное, и отличает Катю Семенову от Джанис Джоплин. Аплодисменты. Рок-н-ролл – славное язычество, как пел Башлачев. И рок-н-ролл пришел в Россию с Запада. Одним из его ярчайших представителей времен «Лета любви» 68 года была Джанис Джоплин. Я не знаю, будет ли у нас в этом году с вами «Лето любви». Я предсказывать не берусь. А песню Джоплин в финале моей дурацкой лекции мы вам все-таки подарим. Джанис Джоплин, Саша Фрид, приветствуйте. С Богом. Лекцию. Сейчас вам. На ноте Джанис Джоплин исполним трек Джанис Джоплин. Thank you.
Дженис Джоплин. Эту песню написала сестра Аретты Франклин, это Ирма Франклин, и уже после, в 66-м году, ее исполнила Дженис Джоплин, и это стало хитом благодаря ей. А сейчас немножко фанка для вас напоследок. Спасибо. Просто порвали.